Орденская колодка – конструктивная часть награды, которая представляет собой прямоугольную или пятиугольную металлическую пластину. С лицевой стороны она обтянута орденской лентой. С обратной стороны имеет булавку или специальный болт для прикрепления к одежде. Пятиугольные колодки в большой степени похожи друг на друга. Среди них выделяется медаль Ушакова, у которой поверх лицевой стороны колодки размещена миниатюрная якорная цепь. При ношении на левой стороне груди двух и более орденов с пятиугольными колодками, а также при ношении медалей вместе с указанными орденами их колодки соединяет в ряд общей планки, причем верхние стороны колодок должны примыкать друг к другу, образуя непрерывную прямую линию, а каждая колодка, расположенная справа, должна перекрывать собой левую. Такие объединенные между собой колодки заказываются и изготавливаются в специальных мастерских. Обычно они крепятся на одну общую булавку. Расположение награды регламентируется соответствующими документами.